Здравствуйте, друзья! У нас вопрос, который вы видите на своих экранах, а на экранах у вас форум залив.org. Вот то место, где в идеале вы должны были бы вешать свои вопросы. Но в данном случае вы видите, что это я вопрос откуда-то принес. Он тут от моего имени идет. Ну, давайте посмотрим. Значит, здравствуйте, Михаил. Давно смотрим ваши интересные видео, из которых узнаем очень много полезной информации. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за эту информацию, а также за то, что вникаете в суть проблем других людей. Ну, это как бы такое хорошее, доброе вступление. Ладно. К сути, вот я и хотел бы задать вам один вопрос, так как вокруг нет таких людей, у которых можно было бы спросить совет. Суть вопроса в следующем. Вот мы уже полтекста прочитали, смотрите. Итак, значит, мне 25 лет, уже взрослый парень. Я занимаюсь отделкой помещений. Параллельно учусь в колледже заочно, специальность прикладная математика. Информатика, я извиняюсь, прикладная информатика. С недавних пор я начал замечать, что то, чем я занимаюсь, не приносит мне никакого удовлетворения. Видимо, работа на стройке не приносит. Особенно после того, как в колледже появился другой круг общения. Ну, это правда. Безусловно, люди, которые учатся на IT и люди, которые занимаются отделкой помещений, в общем-то, отличаются и уровнем образования, и, может быть, кругом интересов там, и так далее. Родные говорят, чтобы не менял протоптанные дороги. О как! Жена, напротив, поддерживает мое стремление к программированию, так как мне это оказалось интересным, а проблем с компьютером и математикой у меня особо нет. Ну, я хочу сказать так, что я много раз говорил о том, что человек должен по жизни делать то, что, во-первых, то, что ему нравится, это очень важно. Во-вторых, он должен делать что-то на пределе своих возможностей или близко к этому. То есть, если ты можешь делать что-то, где надо напрягаться на 95%, или что-то, где надо напрягаться на 22%. Вот, делайте то, где 95%, когда тебе 25 лет. Вот когда будете ближе к пенсии, может быть, и уже у вас жизнь пойдет на удержание, а не на экспансию. Да. Вот тогда будете, значит, думать, как удержать, так сказать, накопленное. Это то, почему родители вам говорят, не меняй протоптанные дороги, потому что родители находятся в другом состояние, они на удержании, они боятся как бы не потерять, понимаете? У них основное это как бы не потерять, они работают на удержание. Жена вас поддерживает, потому что она молодая, и потому что она хочет, чтобы вы состоялись, и чтобы вы добились большего, поэтому она понимает, что если вы будете поддерживать свое состояние, протоптанную дорогу, будете на ней стоять, то вы далеко не уйдете. И в этом смысле вы, конечно, у вас будет меньше стабильности и меньше всего на свете. Если бы вам там 3 года до пенсии, это один разговор. Вам же еще до пенсии сколько? Там 35, значит. В другом мире, мы уже через 10 лет будем в другом мире совершенно жить. Че ж там? Вот. Хотя, конечно, ремонт там квартир или домов, он будет нужен. Наверное, даже не знаю. Хотя технологии меняются, может, уже и не так будет нужен. По-другому будут делать. Кроме того, если у вас нет проблем с компьютером и математикой, вы просто, так сказать, одаренный в этом смысле человек, и вы права не имеете свои таланты закапывать или там, я не знаю, зашпаклевывать и заштукатуривать. Понимаете, надо использовать, развивать надо. Вот я и не знаю, как быть. Подскажите, пожалуйста. Собственно, я на самом деле, я думаю, что я ответил на вопрос. Но тут еще вы поймите такую вещь, которая... Она как бы очевидная, но я вот сформулирую. Значит, каждый человек в той или иной степени, в нем есть баланс, в каждом человеке есть баланс стремления к развитию и стремления к безопасности, да, вот как бы security вот это вот. И точно так же, как, допустим, в каждом человеке есть баланс либерального и консервативного. Но мы все знаем, что вот, допустим, молодежь более либеральная, а, скажем, с возрастом люди становятся более консервативными. Почему? Жизненный опыт. Пока вы молодой, и вы не знаете, откуда берутся деньги, или вообще откуда что в мире берется, вы говорите, как же это вот так, надо, чтобы все было бесплатно. Учеба бесплатна, медицина бесплатна, это бесплатно. И консервативный человек говорит, а деньги-то где? И тот, который либеральный, он говорит, ну что вы о такой ерунде, о такой низменной материи, понимаете, когда мы говорим о великих вещах, бесплатное образование, бесплатное, туда это. Но он же, подрастая и начиная понимать, что это он должен платить, понимаете, он же по-другому относится.
То же самое, вот такая же точно динамика. И вот в соотношении вот этой безопасности, security, вот этой вот защищенности и стремления к развитию. Пока человек более молодой, у него мысли о безопасности особо как-то, ну, то есть, может, есть, конечно, я не хочу сказать, что совсем нет. Более того, есть такие молодые, что они об этом думают больше, чем многие, так сказать, пожилые. Но относительно, вот с движением возраста, вот вы сейчас 25 лет, вам 25 лет, а будет, например, 55, и вы увидите, как сильно у вас изменится вот это соотношение. Поэтому, пока ты молод, это время делать задел. Если ты в молодости не сделал тот задел, который ты мог сделать, ты жизнь свою профукал. Просто профукал, спустил, как вот в туалет, ручку дернул и спустил. Только шум от нее остался и все. Понимаете, и дело не в том, как вы обосновывали, почему вы не стали использовать талант, который у вас есть. Способности, стремления, интересы. Почему вот вы пошли как-то странным таким путем, понимаете, и куда-то спрятались 25 лет. Да. В общем, у Салтыкова-Щедрина, вы можете погуглить, если хотите, у Салтыкова-Щедрина есть такой рассказик, ну, сказка такая, называется «Премудрый пескарь». Вот посмотрите, как вот эта рыбка, она действовала в такой стратегии экстремальной защищенности. Такой вот она до экстрима это все довела, рыбка, и чем все это кончилось. Вот не надо превращаться в премудрого пескаря. А вот пока молодой, значит, резвись там жабрами, плавниками, там все, что хвостом, там все, что есть, значит, там давай энергию и двигайся вперед. Вот так, так бы я сказал. Так что у меня в вашем вопросе абсолютно нет никаких даже сомнений. Другое дело, что ваше движение вперед в направлении компьютеров должно некоторым образом войти во взаимодействие с тем, что вы на жизнь зарабатываете отделкой помещений. Поэтому вы не должны что-то бросить в ущерб чему-то, интересам семьи там, и так далее. Вы должны по-взрослому с этим делом, значит, осмысленно разобраться. И я хочу сказать, что вот судя по тому, что тут одна фраза была сказана про жену, я чувствую, что жена у вас очень правильное дополнение к вам. Вы ее слушаете. Не обязательно делать все, что она говорит, но вы прислушиваетесь. Потому что явно этот человек, который как бы дает вам вектор, такой импульс вам дает в хорошем направлении. Вот я бы так сказал. Так что, тем более, что вы вместе, и вы, особенно когда речь идет о материальном положении семьи и так далее, вы же вместе, значит, вы должны с ней как-то скоординироваться. Но поддержка близкого человека бесконечно важна. Бесконечно. Тем более, знаете, есть люди, которым не нужна ничья поддержка, они сами идут, но вы же вопрос задаете. То есть у вас есть какие-то сомнения, колебания, вам самому нужен какой-то импульс внешний. Вот, поэтому я хочу сказать, что, видимо, вы очень хорошая пара и цените это. Вот как бы, я не знаю деталей, но вот из того, что я вот, так сказать, проинтуичил из вашего сообщения, вот, у меня такое ощущение. Все, счастливо и никаких сомнений тут нет. Просто грамотно сделайте, хорошо, чтобы и удовольствие получить, и денежку заработать, и развиться, и жене в радость, и деткам, там, которые потом будут и так далее. Счастливо!